В конце прошлого года депутату Сейма Дзентер Сезатису жутко понадобилась новая машина. И пошел господин Затис с фирмой Муса Моторс, и там ему сделали предложение, что вот так и так. Машина Volvo стоит 48 тысяч евро с учетом налога на добавленную стоимость. А налог, извините, 8 тысяч с копейками евро. Много. И очень не захотелось господину Затису, даже учитывая то, что у него были такие накопления, чтобы вот такую сумму заплатить, из которой бы 9 тысяч евро пошли бы государству, 8 тысяч копейками, 8800 чем-то. Вот, решил господин Затис использовать популярную схему, что машину приобрести на собственную фирму. Одолжил господин Затис своей фирме денежку, и фирма машину купила. Но тут появляется такой нюанс, что если фирма покупает машину, то она платит всю сумму, и основную сумму, и НДС, а НДС в течение года получает обратно. Но, судя по всему, господину Затису не хотелось вот эти 9 тысяч хотя на время дать государству. И тогда непонятно, то ли это была фирма Муса Моторс, то ли господин Затис сам придумал, но решили, что есть же такой вариант, что машину от Муса Моторс может купить литовская фирма. Это получается экспорт в страну Евросоюза. А потом, на следующий день или через один, эту машину от литовской фирмы покупает уже фирма господина Затиса. И НДС не платится вообще. Ни в одном случае, ни в другом. И в этой вот документах есть и электронная переписка Затиса с представителем Муса Моторс, где Муса Моторс объясняет, что вот эта вот сделка будет стоить 1000 евро, но вот с НДСом все в порядке. Машина будет стоить не 49 тысяч евро, а только 40 тысяч. Но... И, судя по всему, так оно и случилось. Ну, Дзентер Затис вам что-то комментировал? Господину Затису было задано множество вопросов, на которые господин Затис ответить не очень-то захотел. Единственное, что он объяснил, что да, действительно, деньги своей фирме одолжил, это было необходимо для хозяйственной деятельности. Точка. Вот такая вот у депутатов хозяйственная деятельность. Муса Моторс что сказали? А Муса Моторс, когда мы звонили им как клиенты, то приглашали приезжать и обсудить на месте, как это можно сделать. Когда им звонили уже конкретному сотруднику, который оформлял эту сделку, звонили, задавали вопрос о конкретной сделке Затиса, то человек очень... остолбенел, и потом сообщил, что комментариев не будет. А вечером уже директор Муса Моторс объяснил, что ничего такого не знает, и увольте. Ну, какие, по-вашему, будут действия к нам? Что он должен... Какую реакцию, какой результат ждете? Знаете, тут все зависит от того, в каком государстве мы живем. Если... правовом, то, конечно, нехорошо, что депутаты не платят налоги, хотя и находят легальные схемы для уклонения от них. Учитывая тот опыт, который мы имеем до сих пор и с господином Камперсом, и с господином Штокенбергсом, то мы знаем, что КНАБ не очень-то внимательно следит за проступками политиков, если эти политики представляют партию Веноты. Так что нет у меня оптимистических... Хотя, с другой стороны, это очень оптимистично с точки зрения господина Затис.